Сегодня на совещании по контролю за исполнением поручений Вениамин Кондратьев рассказал о многочисленных жалобах, которые пишут люди. По их словам, почти во всех микрорайонах города батареи в квартирах оставались холодными, когда температура на улице резко упала. ТСЖ и управляющие компании в заявительном порядке подают самостоятельно уже заявление на пуск тепла в конкретный каждый многоквартирный жилой дом. Юрий, давайте хватит эти отчеты, какие-то там отопительные нормы введены. Ну, слушайте, ну, с 11 числа вы ввели отопительный сезон, а 1 числа что, нужно было растираться, что ли, или что, чтобы согреться? Конечно, ниже 10 температура не опустилась. Коллеги, вот я вам обещаю, если будут поступать жалобы с очередными похолоданиями, я просто отключу мэрию Краснодара от тепла. Вот и все. И не включу до тех пор, пока все жалобы не прекратятся. Вот мэрия будет сидеть без тепла, я вам обещаю это гарантированно. Жалобы на проблемы с отоплением также приходили из Геленджика, Анапы, Новороссийской, станицы Ленинградская. После замечаний губернатора главы муниципалитетов пообещали, что никаких перебоев больше не будет. Тепло подается во все дома и социальные объекты.